Давно ли это было или недавно, мне неведомо. Только знаю я, что бывает раз в году такая волшебная ночь, когда исполняются все желания и открываются чудесные тайны. И вот однажды в одну из таких ночей случилась невероятная история. Светил ярко месяц, зажглись на небе звезды, а наша героиня уснула сладким сном. Но тут вдруг месяц позвал девочку. «Вставай, вставай, милая! Сегодня волшебная ночь! Тебе следует отправиться в путь, чтобы узнать великую тайну стихий! В помощники посылаю тебе лунную собаку Хаски!» Песик весело залаял, и они вдруг очутились в заснеженной долине. «Что же нам теперь делать?» — растерянно спросила девочка. «Как мы вернемся обратно?» Тут снежная гора вдруг зашевелилась и превратилась в ледяную королеву. «Знаю, знаю, зачем ты пришла, но нет у меня ответа на твои вопросы. Спроси лучше у солнышка, оно все видит. Разожги волшебный огонь, и солнышко появится». Упала с неба звездочка и зажгла огонь. Искры полетели высоко в небо и разбудили солнышко. «И я не знаю ответов, милая девочка», — заулыбалось солнце. «Вот сейчас растоплю снег и лед, и ты сможешь уплыть по воде куда угодно». Засияло солнце, растопило снег и лед, зажурчала вода, поднялась и вынесла кораблик, на который сели наши друзья. Но кораблик только качался на волнах, а плыть никуда не хотел. «Нужен ветер! Хаски, позови ветер!» — сказала девочка, и песик весело залаял. Услышав звонкий лай, откуда ни возьмись, поднялся ветер и расправил паруса. «Ветер, ветер, ты могуч!» — закричала девочка. «Скажи, у кого узнать тайну стихий?» «Не знаю, о какой тайне ты говоришь, но знаю, у кого хранятся все тайны мира. Сейчас я отведу вас туда». И друзья увидели на горизонте прекрасный остров, на котором выросла чудесная яблоня. Подойдя поближе, им стало понятно, что яблоня живая. «Здравствуй, милая девочка! Я тебя давно жду! Я мать-земля! Все рощу и все сохраняю! Возьми мои волшебные яблоки и узнай великую тайну! Чтобы все были счастливы, нужна вода в разных ее проявлениях, что всех питает, и солнышко огненное, что всех согревает, и ветер, который все движет, и земля, на которой все живут. Но самое главное – это любовь, что живет в твоем сердечке, желание поделиться со всеми и яблоком, и целым миром. Дружба, которая всех объединяет – это и есть великая тайна всех стихий».